позвонили, сказали, служба безопасности банка, там вас взломали, ваш личный кабинет, пытаются вывести средства, там кредиты на вас оформить. И сказали, что с нами сейчас свяжется сотрудник МВД. То есть из телефона, который соответствует телефону МВД, в общем, калининградского, позвонил как бы на номер, мне как бы сотрудник МВД там представился, сказал, да, это все идет расследование, туда-сюда. То есть, ну потом-то я уже понял, что это предрегистрация была. На 1,5 миллиона у меня кредитов получается. Они говорили, что банки там, вам нужна полная конфиденциальность, там ничего не говорите никому, за вами следят, типа, если вы там разгласите, то вас, типа, привлекут там к ответственности уголовной, типа, за разрушение там вот все дела, то есть, вы, типа, ничего не говорите, берите кредиты, типа, на личные нужды, вот так вот они говорили. Предоставили якобы счета, короче, ну, это оказалось лип, естественно, все вот так вот было. Это мне звонили мошенники, я их всегда их отшивал, никогда я с ними не сотрудничал, не знаю, что мне со мной произошло, со связи уходить не давали мне, то есть. То есть сбрасывать не давали, я сбрасывал, они по новой звонили, говорили, вот там, нельзя там сбрасывать, типа туда-сюда, постоянно находились на связи со мной.